торгово-офисный центр, реммеханика. На первом этаже торговый центр, несколько этажей выше это уже бизнес-центр, имеет свой отдельный вход. На входе же есть охранник, контролирует вход по чипам, есть пополнение счета, кафе. Ну, вот такой вот приятный вход для клиентов. Есть место для где можно подождать. Сейчас уже в офисе разбит на несколько блоков по каждому из кабинетов. Внутри есть розетки, интернет, кондиционер. Вот такой вот чистый, хороший офис. Действительно, прям добротный, и они сейчас делают ремонты, да, по каждым этажам улучшаются. Поэтому очень перспективный бизнес-центр, так как находится он в центре, рядышком с ЖД вокзал, метро есть, все, что необходимо для работы. Отдельно хочу выразить это менеджмент, менеджер, который показывает и понимает, для чего нужно развитие, да, то есть очень грамотно все. Опытный специалист по недвижимости. Они же готовы рассмотреть любые варианты по работе с клиентами, ну, идут навстречу. Сейчас мы пройдемся по коридорам. Как видите, есть зелень, вазоны очень чистые, да, убирают каждый день. Ну и вот, сам известно, вид самого бизнес-центра. Есть лифт между этажами. Ну, видите, можно на одном из холлов посидеть, пообщаться, отдохнуть, может быть. Рядышком есть продуктовый магазин, кафе. Ну и вот такая вот инфраструктура. На каждом этаже также присутствует охранник, который контролирует передвижение. Вот, собственно, он и есть. Ну, вот такой вот хороший бизнес-центр. Thank you.